Ну что, немножечко подразнесем все в щепки, а? Вот это я вовремя пришел. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Мы разносим весь клуб в щепки. Весь клуб в щепки. Друзья, друзьяшечки, друзья-то, всем привет. Привет моим завсегдатым подписчикам, которые самый первый смотрят влог. Привет тем, кто у меня впервые на канале. Призываю вас всех соединиться и понажимать там на лайки, на колокольчики, комментарии понаписывать. Погода нереально крутая. Новый сезон пришел, а соответственно, значит, надо переодеться. И так уж сложилось, что у Жеки новая коллекция в магазине. Я иду заценить, что там. И пока я иду, я вам хочу рассказать, как я провел свой день рождения. Могу сказать так, подарков было немного, но день получился очень классный, очень душевный. Хоть я его и не планировал, но вышло все классно. Вначале, конечно же, мои завсегдаты, три подписчика, пришли, поздравили меня с утра, принесли мне крутой торт. Спасибо, Игорь, спасибо, Катя, спасибо, Настя, вы просто самые лучшие. Потом, значит, я поехал в кино со Стасиком. Погнали смотреть? Ребят, мы так увлеклись фильмом, что я совсем забыл вообще подснять, вообще ничего не снял. Даже Стасика не показал. Но, Стасик, большое тебе спасибо за то, что меня сводил в кино. Теперь я иду на концерт Егора Крида. Я буду снимать для вас, чтобы вы посмотрели, кто не пришел на концерт. И чтобы вы там поплакали себе, как же было классно. Почему я не поехал? Ладно, погнали. Короче, на Крида попасть очень сложно. Поэтому у меня бейджик пресса и выход на танцпол. Что это за красотка такая идет? Чувствую, красивая девушка. Ой, пройдем, пройдем, не задержим. Это Таня. Вы ее должны помнить. Те, кто самые трушные, смотрят давно, те помнят. Саша говорит, что за парень? Я говорю, да он полюбас видеоблогер. Да, это второй выпуск влога. Саша Лин. Вандерфилд. Да. Ну что, мы идем? Идем. Вход для прессы. Вход для прессы. Жека меня уже вроде как ждет, но у него срач. Товар только пришел, ждет меня. Сейчас посмотрим. О! Я тут как раз рассказываю, что у тебя тут это. Что ты не прибрался? Ух! Блин, на самом деле, привет. На самом деле. Здорово. Очень много пришло нового. Очень. Я даже не знаю, куда складывать вещи. Поэтому пришлось собрать все старые и выкинуть. Нет, это все новое. Вообще ни одной вещи старой здесь нет. Кроме вот этого Влада. Влад, та еще старая вещь. Так, я пошел смотреть. Вы смотрите дальше. Мы еще вернемся. Да. Ребяточки, влог готов. Сегодня выходной. Прекрасная погода. А чем можно заниматься, когда ты живешь в центре с такой-то погодой и выходной день? Даже не знаю, можешь покататься на скейте. Damn, I feel my body die. Знаете, с Дашей очень интересно кататься. Все выглядит примерно так. Я уеду, устаю, ищу ее взглядом, где она. И зачастую она не едет, а идет просто в доску. Вот как сейчас. Вы ее не видите, потому что я слишком далеко уехал. Ну что, Даша, как тебе ходить со скейтом? Вообще на них надо ездить. Ты с горки только что шла. Ведь с горки страшно ехать, под горку не едет. Скейт — это чисто аксессуар. Детей жалко, я боюсь их задавить. Да, по голове ты боишься получить от взрослых. В дядьку врезать, ой, извини. Ты боишься по голове получить. Я не боюсь. А я не боюсь, я красивая. Потому что меня все знаете, что ли? О, они даже знают, что у нас сегодня день рождения. Серьезно? Да? А я думал, это еще того, что они знают, серьезно. А я не знаю.
Да правда. Ну все, всем привет! Ой, ну вот это прям приятно. Все знают, что у меня день рождения сегодня. Вот там мои люди, пришли за меня. Всех люблю. Жаль, не могу каждого подойти обнять. Спасибо вам. И нам прилетел Марк. Прям как мой братишка, тоже Марк. Я просто ехал, кого-то сбил, и ребенок на руки, оп, такой, думаю, ну ладно. Праздник на улице. Спустя 50 тысяч часов приехали в парк Горького с Дашей. Наполовину дошли, потому что Даша не умеет нормально ездить даже по ровной дороге. Привет. Я Короче, катаемся, мы такие едем вперед, смотрим, все красиво, оборачиваемся, а там хакс. Тучки. Что? Я тучка. Кучка ты, а не тучка. Это ты кучка. Ха! Yeah, she's got some. Да, налево. Не туда. Здесь круже? Заходите. Заходите. Приветика. Лёха, а мы вас не приглашали вообще к нам в гримёрку. Блин, что происходит? Мы сказали, его одна с полуголая лежит. Где? Она уже оделась. Пошли, пошли. А что вы делаете? А мы тусимовые. А вы что делаете? Не, ну тусить-то мы тусим. Ты болеешь? Ну так выйдем. Нам нельзя болеть. Да, выйди. Выйди. Ты не понял, я... Мы перепутали. Мы думали, твоя гримерка вот здесь. Да? Легко спутать. Легко спутать. Но они не дружелюбные, они нас выгоняют. Все, никаких фото. Очень что будет жарко сейчас. Смотрим. Это будет дворец. Большой солнечный сад. Это ты, Гоп Крис. Мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэн, больше зала, больше треков. Топ шазама, топ айтюнс, чтоб семья сказала. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник. Он меня так верит в этом отражении. Тот бездельник. Надо больше фэн, больше зала, больше треков. Топ шазама, топ айтюнс, чтоб семья сказала. Нет, мне не надо больше денег. Концерты, концерты, сотни тысяч. Крокс, крокс. На связи ледовой. Я приду в крокс. Ведь будет так жарко. О, черт, вода на танцполе. Ноги готовы и мышцы заряжены. Я всегда молод и я всегда новый. Твоя малая знает, то любимый рэпер. И если она злая, знаешь, где найти билеты. Клипы забиты, как руки забиты у всей моей тусы.
сегодня Москва будет, завтра Дубай, это все знают. Русский день и Куза. Мы молодые бизнесмены, мы все проблемы, куча эмблемы. Они мечтают, и там где мы. Я в LA, и ангел выступит, будто он демон. И KT, и K Family forever. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник, он меня так верит. В этом отражении тот бездельник. Надо больше вэма, больше зала, больше треков, топ шазама, топ айтюнса, чтоб семья сказала. Нет, мне не надо больше денег. Мечтаю отдых в понедельник, он меня так верит. В этом отражении тот бездельник. Надо больше вэма, больше зала, больше треков, топ шазама, топ айтюнса, чтоб семья сказала. Нет, мне не надо больше денег. Да. Я всегда был трудным подростком, по походу в полицию пенза все помнит, и стены хранят мою роспись. Баллоны Монтана гремят в рюкзаке, агрессы на ноги и в рампу. 17 я еду в Москву, мечта моего, я держу на ту лампу. 23 еду в Ламе, Ноустаун, как Адам Ламберт. Я выхожу на Голливуд, белый Найки, Беллатор мне кидает лайк. Экшн. Все в позе зю. Мне кажется, он не понимает суть вообще происходящего. Короче, все-таки пошел дождь, как я и подумал по той тучке, которую мы видели. Все, едем домой. Начало такое жарко. Мощное. Хорошо начало, да. Короче, просидел я у Жеки, как обычно. Сколько мы уже? Часа полтора. Я все перемерил, и на мой рост мало чего подошло. Штанов, правда, взял. А если вы ниже меня, то, блин, я вам завидую. Весь новый товар просто для вас. Все, спасибо. Ладно, поскольку себе не удалось взять прямо то, что хотел, сделаю хоть что-нибудь для вас. Пару ништячков я у Жеки увидел прикольных и подумал, почему бы нам их не разыграть. Это вот такая маска с супер... Вот это здесь дырка, чтобы было видно, куда хватать. И разыграем вот такую штучку Суприм Бата. С Бартом Симпсоном. Да. Но в Инстаграме, поэтому заходим в Инстаграм, ссылка в описании, все как обычно. И приходите к Жеке, пока новая коллекция, пока не разобрали. При покупке двух вещей, третья вам идет в подарок. Экстренное включение. Мы решили еще один подарочек добавить. Луи-Витонская кепочка. Как у Тимати. Разыграем, да, я думаю, за второе или третье место, там не важно. В общем, вы все поняли, там все. Как
Короче, ребят, смотрите, что покажу. Да, это кухня. Кухня не Black Star Burger, кухня облаков. И смотрите, я сейчас вам покажу главного офисного работника. Так, что тут за офисные работники? Разбегайся. Вот, это же бухгалтерия. Это вот, да, главный бухгалтер. Должен зарплаты зашел. Вот моя зарплата. Так еду, в том-то и дело, что отлобали в облаках. Что думаете, все, домой едем спать? Нет, не домой. А куда? А куда мы едем? Москва Холл? Да. Мы едем в Москву Холл, 3 часа еще один концерт. Быстро, 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 быстро. Ну, побежали. Ты рукой закрыл? Да. Пока все блогеры. Вот, ну, там надо... Шнур, взрыв в темноте! Взрыв в темноте! Детка Бигфордов, шнур, взрыв в темноте! Взрыв в темноте! Детка Бигфордов, шнур, взрыв в темноте! Накрученные псы в сети по полубоги при виде пачки на лак. Я спрячу тебя, если она еще тут нас не вернула. Очень классно, спасибо. Это исправить. Как оно? Нормально работает. Все вместе!
Я холостяк, но ты можешь это исправить. Ребятки, после концерта Егора Крида было крутое автопати, которое я тоже поехал, снял, конечно же, чтобы вам показать. И я готов вам его показать в следующем влоге. Ха-ха. Да, вот такой вот я говнюк. Давайте, злитесь, ругайтесь на меня. Но ждите следующего влога. Кстати, у Тимати с Мишей Марвиным вышел новый клип «4 утра». Кто не смотрел, ссылка в описании. Смотрите обязательно, потому что в следующем влоге я покажу бэкстейдж со съемок этого клипа. Там будет много красивых девушек. Увидимся с вами в следующем влоге. Кто не подписался, подписывайся, ставим лайки, пишем комментарии. Все как обычно. Всех люблю, всех обнимаю. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем влоге.